У понеделок 1 кастрычника у Беларуси начнется кампания по вакцинации супраць грыпу. Яна будет должиться 2 месяцы. Зараз необходимые препараты поступают у медустановы краины. У 10-й поликлиницы Гомеля кажут, что уже несколько годов тут не было складанной ситуации по захворываемости на грыб и иншие респираторные инфекции. Упевнены, что все дякуючи массово зробленным прищепкам. Статистика по этой медустанове такая же, как и у целым по области. Иммунизация охоплена каля 40% насельництва. Бесплатно прищепки робят детям, дорослым с хроничными захворываниями, людям, яким больше як 65 годов, тяжарным жанчинам, медицинскому персоналу, работникам держорганов, которые занимаются безопасной державы и жизнедеятельности насельництва, а так само некоторым иншим категориям. Остатние могут вакцинироваться на платной основе. Прищепку треба робить только при отсутности симптомов респираторных захворваний, альбо простый день-два после выздоровления. Человек может обратиться либо к своему участковому врачу-терапевту, чтобы его предварительно осмотрели, были, скажем так, отсутствовали противопоказания к вакцинации, потом данный человек будет направлен на вакцинацию. Уже это, еще раз повторяю, проводится не первый год, и данное мероприятие доказало свою, скажем так, значимость и свой эффект. То есть по опыту прошлых лет такой эпидемии гриппа, как было в 2013 году, уже на протяжении ряда лет у нас не фиксируется. Подробный репортаж об подрыхтовцы до кампании по вакцинации глядите в программе «Новины тыдня». Яна выйдет в эфир в неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель».